Александр, наш диакон, поздно вечером вернулся с командировки. И вчера вечерта Александр, диакон, сей вернул от командировки. Да, и у нас Наталья, которая готовит, сказала, что не может, потому что она сегодня служит там одной женщине, которая заболела. И Наталья, которая по принципу не готовит, а не может да может додать дней, за что-то служит на другом месте, на другой жена. Да, я говорю, Саша, я не знаю, он мне пишет, я вообще не в Болгарии. Говорю, это твои проблемы, организуй бутерброды. Я спишу на Александре, то ему казывает, что это не моя проблема, организируйте сами. Специально не спускаюсь до 11. Специально не сам слезу на 11. Давайте мы его поприветствуем. Александр Шарич. Да поприветствуем, Александр. Здрасте, спасибо. Здравейте, благодаря. Зачем ты меня пригласила? А что, не слышал? Ну правильно, потому что вся слава Господу, а благодарность правильно, людям. Правильно, тело-то слава на Господа. Амин. Да, и спасибо всем тем, кто отзывается и помогает в том числе. Благодаря на всички, помогает. Слава Богу. Слава на Бога. Слава Богу, спасибо. Ну, хорошо, что он не слышал. Добрый день, чувал.